Блокпост появился в Рівненской области в поселке Клесов. Здесь регулируют проезд к янтарным приискам. Условия впечатляют. Времянка, шлагбаум, украинский флаг. Вот только дежурят здесь не военные, не нацгвардии и даже не полиция. Блокпост обустроили старатели. Теперь в Рожки, на так называемое болото, попасть не может никто. По данным правоохранителей, каждый день здесь работают около 50 мотопомп. Бойцы оперштаба по борьбе с нелегальной добычей янтаря изымают их по несколько в день. Но полностью остановить незаконную добычу не могут. В лучшем случае старатели на время прекращают работы.